В результате ливней, продолжавшихся в течение недели, в трех регионах Турции сошел сель. Вчера ночью сразу 5 населенных пунктов остались под водой. С 16 потеряна транспортная связь. Погиб 9-летний ребенок. Сейчас служба ЧС на местах проводит спасательные работы. В целях безопасности временно перекрыта трасса Анкара-Зонгулдак. Сложная обстановка также в южных регионах страны. Сильнейший дождь, который начался около 8 утра в Адане, привел к заторам на дороге. Уровень воды достигал метра. Вода смывала автомобили на обочине дорог и первые этажи зданий. В настоящее время сильный дождь идет в Анкаре и Стамбуле. Специалисты метеорологического центра Турции предупреждают, в некоторых регионах страны проливные дожди продлятся еще 3 дня. Дом остался под водой. Спасаясь, нам пришлось забраться на крышу дома. Не знаю, кто успел спастись, а кого смыло водой. Нет никаких известий.